очередной пистолет из сейфа из серии моего нового ношения, так называемого. То есть я ухожу понемногу от мелких пистолетов и перехожу на компактные, чтобы емкость магазина была хотя бы 13-14 патронов. Возможно, будут другие специально для ношения пистолеты, но вот этот у меня был достаточно давно. Это ЧЗ, 75-я серия, компактный, так называемый, 75D. То есть здесь предохранителя нету, здесь есть только декокер. Вот он, точнее. И, соответственно, он всегда готов к стрельбе, либо взведенный, либо не взведенный, если есть патрон в патроннике. То есть, если завести курок, его можно легко снять, и при этом пистолет все равно готов к стрельбе. Видите, он частично взведенный получается. Если сравнить, видите, вот полностью снятый курок со взвода. 9 мм. Сравнительно короткий ствол. Очень приятная эргономика и очень приятный спуск как самовзводом, и еще лучше, конечно, довольно-таки длинный, что в принципе для самообороны неплохо, но очень легенький, то есть позволит достаточно точно стрелять на те дистанции, на которые этот пистолет предназначен, а это в принципе метров до 50 максимум в реальной ситуации. ЧЗ. Компактный ЧЗ. Есть модель P1. У него отличие в том, что есть планка Picatinny впереди для фонариков или лазеров. Здесь нету. Ну и в принципе, конечно, можно поставить более качественные прицельные приспособления, но мне этих пока нормально. По крайней мере, я и другое не вижу с моими сегодняшними глазами. Поэтому учусь стрелять, направив пистолет в сторону мишени. Я издеваюсь, конечно. Все, я вижу пока. Пока что. Надо будет, конечно, сходить к глазному доктору. Но так, в принципе, очень неплохо. Единственное, что довольно-таки сложно найти оригинальные магазины как раз размера под данный пистолет. И вы, наверное, уже заметили по состоянию рукоятки. Этот пистолет был в тире и не раз. Видите, состояние накладок на рукоятке. Хотя по материалам, ну да, заметно, что он был в стиле. Я думал, что будет менее заметно внутри. Кстати, здесь пластиковый направляющий, который, может быть, имеет смысл поменять на стальную. Ну и будучи ЧЗ-ом, учитывая, что здесь низкий затвор, надо учиться правильно его брать и хватать. Так что вот такая вот вещь. Оружие для ношения. В основном, когда более холодная погода, потому что он не маленький. Все.